Привіт усім, хто дбає про себе і про свою фізичну форму, звичайно, також. Сьогодні ми будемо працювати над пресом. І разом з фітнес-тренером Станіславом Велетницьким і майстром перевтілень і трансформацій ми зможемо сьогодні зробити декілька вправ, які допоможуть нам мати дуже гарний прес. Так? Станіслав, привіт. Дівчата, дуже рада я, що ми можемо сьогодні всі разом зробити вправи. Юля, добрий день. Звісно, добрий день, або добрий вечір, або добре утро, в залежності від того, коли ви включили телевізор, або YouTube. Ми привітаємо вас. Сьогодні ми поговоримо о пресі. Не просто поговоримо, але й покажемо, як добитися хорошого, красивого, рельєфного живота. Ну, однозначно, я би хотів сразу зробити акцент на то, что кубики – это те мышцы, которые есть абсолютно у каждого из вас, кто сейчас смотрит этот канал. Для того, чтобы были кубики, вы их увидели, вам необходимо держать, как я уже многократно всем рассказываю, дефицит калорий. Тем не менее, если просто держать дефицит калорий, живот в какой-то момент станет плоским. Да? Но мы же хотим увидеть действительно классные кубики, чтобы это выглядело красиво, чтобы это было привлекательно. Сегодня я покажу вам серию упражнений, которые подойдут даже для тех, у кого во время пресса включаются мышцы поясницы и у кого тянет мышцы шеи. Потому что мышцы при прокачке мышц пресса часто люди используют такие ошибочные, даже не упражнения, а скорее методики. В первую очередь большинство людей думают о упражнениях, обо всех упражнениях проработки пресса, как о том, что им необходимо как можно выше и резче поднять туловище. Mm-hmm. То есть, если мы говорим, допустим, про скручивание, да, то это именно подъем, как можно ниже вниз и как можно дальше вверх. Да. То есть, как у нас было на уроках физкультуры всегда, да, мы ложились, и надо было скручиваться. Это ошибочная версия упражнения. Мышца пресса довольно короткая в своем диаметре. Если мы начнем чересчур сильно и резко забрасывать корпус, мы перерастянем мышцы поясницы, которые у нас с возрастом приобретают иннервацию. Что это значит? Это если взять какую-либо вот кофту, которую мы давно-давно носили и подрастянули, да, а потом ее постирать еще с добавлением кучи там, она у вас стягивается, да? Она совсем втрачает свой выгляд. Да, и теряет эластичность, самое главное, становится сжатой. Вы ее одеваете, она как будто хрустит на вас. То же самое происходит с мышцами-разгибателями поясницы, когда вы начинаете слишком активно качать пресс, да, когда осталось, как мы говорим, да, два часа до моря, и мы погнали его качать. Мышцы поясницы, естественно, получают микротравмы и включаются. Второй момент – это мышцы шеи. Большинство людей уверены, что, опять-таки, чем сильнее, выше и быстрее они поднимутся, тем лучше для пресса. Соответственно, они используют мышцы шеи как помощники, чтобы больше и резче подняться. Начинается вот такой… Я называю это пресс-халка. Да, когда… Так, а что тогда с шеей будет? Все будет погано? Дело в том, что эти мышцы шеи, казалось бы, да, сейчас многие девочки смотрят, такие, это же фейсбилдинг, это же подтяжка мышц шеи. Давайте будем говорить честно, более 85% взрослого, я имею в виду после 27 лет населения, имеют проблемы с перекруткой сосудов шейных отделов, имеют забитые сосуды, имеют холестерин, хотя об этом не подозревают. Если мы перегружаем мышцы шеи, в мозг начинает поступать меньше кислорода. Мы можем привести вот эту всю ситуацию вместо красивого пресса к больничной койке. Поэтому мы должны делать правильно. Если мы качаем пресс, мы качаем пресс. Ни шею, ни спину, ни ноги. Мы занимаемся исключительно кубиками. Представьте себе, что у вас на мышцах пресса стоит кувшин с водой. И ваша задача его не расплескать, пока выполняете упражнение. Это сложнее, чем кажется. Но, тем не менее, это будет сделать довольно легко, если выполнять рекомендации. А также я бы хотел прямо сейчас показать всем зрителям один крутейший лайфхак, который вы сможете применить прямо сейчас и прочувствовать пресс в 10 раз сильнее, чем когда-либо вы его чувствовали. Простейшее оборудование может быть сейчас у вас прямо под рукой, дома. Я прям в этом уверен. Если даже его нет, вы можете приобрести его в любом спортивном магазине. Это самый обычный теннисный мячик. Все, что нужно будет делать, это просто во время выполнения упражнений держать мячик аккуратно, не сильно, зажатыми между подбородком, кончиком подбородка и грудью.
Все. Тобто нам просто не потрібно включати м'язи шиї. Таким, так, таким образом ми їх виключаємо з роботи. Так, ясно. Ми робимо три інтересних упражнення. Перше упражнення, яке ми зробимо, називається у нас з вами велосипед. Ми ложимося з вами на спину. Естественно, подкладываем мячик под подбородок. Руки положили за голову. Наша задача просто придерживать ее, но ни в коем случае не тянуть. Зажимаем мячик. Положили руки за голову, приподняли чуть голову. Теперь правая нога согнута у нас в колене. Левую приподняли вверх. Пятка правой ноги рядом с коленом левой ноги. Носочки натянули на себя. Чик. Хорошо, приготовились. И 20 раз. Поехали. Раз, два. Не спешим. Три, четыре. Слушаем мой счет. Пять, шесть. Отлично. Положили ноги, чуть-чуть отдохнули. Фуф, отлично. Теперь подняли колени, согнутые вверх. Положили левый локоть на пол. Развернули и начали вращение. Один, два, три, четыре, пять, четыре, три, отлично, два, один. Финальное движение, мое любимое, называется флюгер. Зажали мячик, поддержали мышцы шеи, вытянули ноги вперед, носочки здесь натянуты, как у балерин. Опустили ногу и как ножницами поехали. Раз, два, три. Три, два, один. Ощущения просто невероятные. Класс. Мячик. Вот этот подход из трех упражнений. Отдыхаем минуту, повторяем. Три, четыре. А кто хочет пожестче, пять раз. Ничего себе. О, супер. Стас, мне дуже сподобалось. Правда, девчата, я к вам. Будемо мати кубики, так? Так. Да. І через скільки це тренувань ми зможемо побачити? Здесь идет дело даже не тренировки. Здесь идет дело, насколько вы сможете удержаться в разумном дефиците калорий, и через какое-то время вы увидите, что кубики начнут прорисовываться. Но я скажу честно, по своему опыту, да, если я держу рацион питания и в день сбрасываю примерно там грамм по 100, да, регулярного сброса, то у меня кубики проявились, ну, примерно, наверное, где-то через месяц стали видны. А именно глубокая прорисовка кубиков – это уже непосредственно дело более серьезной подготовки, в том числе по питанию и по тренировкам. То есть это уже профессиональная сушка. Профессиональная сушка, в отличие от бытующего мнения, всегда связана именно с соревновательным периодом. И сушиться людям, которые либо мало занимались, либо просто занимаются для себя, я не рекомендую, потому что это очень серьезный и физический, и психологический стресс для всего организма. Не обязательно себя убивать, потому что всегда за вопросом суперидеальной фигуры всегда стоит вопрос, какой ценой здоровья эта фигура была приобретена. Об этом никогда не нужно забывать, потому что всегда есть оборотная сторона медали. Пока ты молодой, ты об этом не думаешь, но в какой-то момент ты понимаешь, что эту цену сейчас ты уже будешь скоро платить. Стас, я настільки тобі вдячна, що ти просто про все це сказав. Дуже дякую тобі. Дівчата, дякую. Класно, сьогодні супер було заняття.